Ребят, всем привет. Вы прекрасно знаете, что сейчас у нас с Кириллом происходит. То, что мы просто скрываемся от полиции, потому что нам давалось несколько дней, и сейчас нас, наверное, уже ищут. Олег дал контакт, сказал, чтобы напрямую договаривались по поводу условий, то, что я, как поинку, нам сказал, ты готов за нас отмотать. Мне нужна квартира, а не общага. Ну, мы договаривались на общагу. Вы договаривались так, ребят. Не, ну, если вы сейчас туда заедете, вы сами поймете, что... Короче, нам нужно достать очень сильно, кровь из носа, эту запись. То есть она нам очень сильно нужна. Коль, помоги, пожалуйста. Прям подожди, очень сильно. Подожди, ты понимаешь, что я билетер? Все. Ты че? Радость моя. Что там, сейчас не заболел. Че? Крови хочешь? Крови хочешь, да? Может, Сашке что-нибудь есть ценное, а? Как думаешь? Смотри, что это что-то, это не флешка Кингстон, это же флешка. Флешка. А, давай, вот, да. Возьмем. Давай, погодите. В тот день как раз, смотри, твоя тачка, и он подъехал, да? То есть все понятно, то есть вот эта запись как раз, за которую мы сегодня ездили, как но он мог вперед. Добраться? Мы пытаемся договориться с тем алкашом насчет недвижимости, насчет жилья для него, потому что его квартиру выкупить практически нереально. Все связано с тем, что там живут люди, мы даже не можем с ними никак связаться, потому что мы туда ездили, там никого нет. Вот именно в этом доме мы хотели купить изначально квартиру. Ну, типа, конечно, это не супер дом, я все это понимаю, но и он вообще бездомный, поэтому он должен радоваться хоть чему-то. Но у нас нет никакой возможности с ним торговаться, потому что мы в таком положении, что решает он, и условия, ну, также называет он. Короче, нам позвонил Олег, предложил встретиться, что-то у него есть какая-то информация, надеюсь, что информация хорошая. Также сейчас предоставим ему запись ту, где около кинотеатра Кириллу подбросили тело в машину. Надеюсь, это как-то нам поможет. Перед началом видос подпишите на канал, поставьте лайк, набираем 50 тысяч лайков, и я учусь продолжение. И напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором очень много жесткого контента. И в этот раз также будет не исключение. В эту субботу там выйдет очень жесткий фрагмент с основного канала. Я уверен, что вас это точно заинтересует, поэтому советую прямо сейчас подписаться по ссылке в описании на телегу и ждать субботу, потому что там зрелище не для слабонервных. А пока что желаем приятного просмотра. Ребят, уже неоднократно рассказывал вам про различные способы заработка в интернете, реально на любой вкус, любые методы. Но сейчас хочу в очередной раз поговорить о компании Avalon, потому что это самая надежная и самая беспроигрышная компания, потому что здесь нет никакого азарта, никаких игр, никакого риска потерять свои вложения. Здесь все очень просто, вы просто инвестируете деньги под процент и через определенное время выводите свои же деньги только уже с накопившимся процентом. Все максимально просто. А смотрите, доступных средств на моем счету уже накопилось 1 миллион 760 тысяч рублей. И я сейчас делаю новый вклад сроком на 7 дней. Внесу всю сумму, и начисленная прибыль за неделю у меня составит 173 тысячи рублей, это чистая прибыль. Сумма на выходе будет 1 миллион 933 тысячи. Создаю депозит. Депозит успешно создан. Все, сложного ничего не нужно, от вас ничего не требуется. Просто есть люди, которые держат деньги под подушкой, либо в копилке, либо в сейфе и так далее. Проще всего, чтобы деньги на вас работали. Для этого есть такая компания, как Avalon. С ними работаю уже более 2 лет. Мои подписчики уже многие знают про эту компанию. Многие кидают мне свои результаты. Многие зарабатывают уже там реально больше меня, потому что за 2 года уже, сами понимаете, там уже сумма накопилась приличная. Ссылку на Avalon укажу в описании под роликом. Естественно, с таких сумм вам можно не начинать, если вы новичок. Можете внести там 100 тысяч рублей. И можно депозит создавать сроком от 1 дня, не обязательно неделю. Просто чем дольше вы создаете депозит, тем больше у вас еще бонус с начисленным процентом. Ну я надеюсь, сейчас решилось все. Да, я тоже на это надеюсь. Мы, кстати, сейчас заодно ему скажем, как тот алкаш начал свои слова диктовать. Пусть он может с ним обговорит и объяснит, то, что типа, чувак, давай компромисс искать. Просто, ребят, чтобы вы понимали, нам вообще не камильфо сейчас скрываться. Мы на дачах, вообще в дачах сейчас живем. Вот, и... Вон Олежка. А че он? Он тачку не узнал, что ли, нашу? Узнал. Увидел и отвернулся и пошел. Пойдем. Пойдем. Олег! Ты что, нас задаешь? Ты? Поглядывайте, смотрите. А че случилось? Че такое? Ну, вот пиздец, какие проблемы, пацаны. К чему? Мы думали, все нормально, я решил. За вами никто не ехал, ничего? Нет. А почему-то кто должен ехать? Объясни. Объясню. Вас объявили в розыск всероссийский. Вы что, удумали? Вы что, прячетесь? В смысле прячемся? Дома не живете.
Ваши тачки обе в розыске. Вы сейчас катаетесь до первого гаишника. Вы в курсе, какие у вас проблемы? Нет. Но тут уже решать через кого-то, с кем-то, уже без вариантов. Что делать тогда вообще? На вас навешали уже ужас сколько. И плюс еще у вас, как только у вас первый гаишник тормознет, у вас еще в машину что-нибудь найдут. Или ствол, или наркоту. Охерали. Как настроение у кого-то. С понятых же они не имеют права. Вот, а с понятыми они все это обнаружат. Один подкинет, а другой найдет. А это как хорошо. Что, может, в машину сядем? Не пойду я, вы даже близко к вашей машине и прочее. И не вдумайте мне звонить вообще сейчас. У вас пиздец какие проблемы. Так что нам делать-то? Там сейчас некоторые погоны послетают, ё-моё, из-за того, что я вас вообще выдернул. Стоп, Олег, подожди, ты говоришь, обыски в квартире у меня были. А обоих? Слушай, мы доказательства просто готовили все это время, поэтому мы немного не выходили на связь. Ваши доказательства уже нахрен никому не нужны. В смысле? Мы достали. Мы с камеры нашли, есть. Там человек перекладывает труп в мою машину, вскрывает. Уже это никому не интересно. Как это доказательство? Вы опоздали с этими доказательствами, они уже никому не нужны. Все, вы уедете, ребят. Как не нужны? Мы сейчас, мы вообще планировали как? Сейчас ехать в полицию? Ходить? Нет, да, сейчас Олег, полицию давай, отвезем. Давай, сейчас... прям там еще явку с повинной напишешь, понял? Езжайте в полицию. Вместе с доказательствами. Вас сейчас примут. А у нас на флешке, все, мы дадим флешку, они посмотрят, и они поймут, что мы не виноваты здесь. Так кто будет что смотреть? Все, уже дело готово. Уже дело готово. Что делать-то нам-то? Лучше объясни, ты нас только запугиваешь. Ничего, я не знаю, вы как вы прячетесь, так и продолжайте. С алкашом прокатить с этим? Нет, уже все. Уже не интересно. Уже не вариант. Твою же мать. А это почему? Это делать сразу, когда вроде я с вами разговаривал. Вроде нормально складывалось в итоге. Мы же договорились с этим алкашом уже. Вот сразу этот вопрос продвигать, а сейчас бы вы набрали эти доказательства. Слушай, Олег, он начал просить какую-то квартиру, именно его квартиру, в которой он где-то жил. Да, но его уже общага его там не устраивала, ему там надо было его хату. Понимаешь, другие живут, ты просто вот к себе домой заедешь, типа я покупаю у тебя квартиру, допустим, ты скажешь, схерали, нет. Только в сумму. Сумой тогда надо было бить этот вопрос. У вас сейчас проблема, вам светит до пожизненного. Вам сейчас светит до пожизненного. У нас здесь пожизненные. У нас есть пожизненные. У нас самый большой срок это 25 лет. Все, что выше, это уже пожизненно. Вы понимаете, у вас как двоих маньяков сейчас. Видел ориентировки? Вот ради интереса залезь, посмотри, какие на вас ориентировки отправили. Вас ищут не в Пензе, вас ищут по всей России уже. Ну а нам-то что делать? И вам сейчас не смыться, не слиться никуда. Ни под каким документом. А что вам? Я не знаю, что вам сейчас делать. Думайте. Был когда вариант решить этот вопрос? Видишь, мы только усугубляем, получается. Ну, потому что вообще хер знает, мы не были в такой ситуации. Мы не преступники, самый что тупой, мы вообще ничего не сделали, мы шоколадку не украли. Когда у меня был вариант вам помочь, вы почему-то его проморгали. Просто можно что-то придумать что-нибудь, пожалуйста. Я сейчас вообще бессилен, беспомощен. Ни прокуратуры, ни судью я вам сейчас не помогу. Я так понимаю, это из-за того, что все наверх пошло, вот пошло это, да? Пошло дальше, вот, чем вы... ты даже можешь себе представить. Давай попробуем тебе флешку передать, может хоть как-то она поможет, хоть что-то. Она сейчас уже не интересна никому, ни ваша запись, ни ваша флешка. В полицию даже не думайте сейчас, в отдел вы приедете, все, вас в этом отделе сразу и закроют. Куда бы вы ни появились, тачку смените. Бросьте эту тачку прямо вот здесь, отсюда лучше, вот хоть на такси, хоть на чем, куда угодно. Мне даже не рассказывайте, где вы будете. Я даже этого знать не хочу. Номер мой забудьте. Ну, кроме тебя нам никто не поможет. Ну, а мне нечем. У меня без вариантов. Ну, есть по-любому есть какой-нибудь способ. Тут же можно доказать, что мы ни при чем, потому что мы реально ни при чем. Одно дело, если бы ты реально прикрывал бы каких-то преступников, но мы реально ничего не делали. Мы тут вообще ни при чем, мы жертвы этих обстоятельств. Ты понимаешь, я это даже никому не докажу, даже если очень захочу. Флешка. Ну давай попробуем. Давай, возьму флешку, ладно. Пол, где она, Кирилл, лежит? Ну, аккуратно. Она в этом, как его, где коробки передач? Ну, Олег, ну серьезно. То есть, во-первых, хотя бы спасибо, что ты нас не сдал, то, что встретились. Ну, это-то понятно. Я за это жду благодарность в любом случае. Да, как обещали, так все будет, да. Ну, просто ты сам должен понять, что мы здесь ни при чем, мы стараемся как-то разрулить, а по поводу того... Честно, в последнее время так себя ведете, что я даже я вам уже не верю, как бы хотел. Пойдем, отойдем сюда. Просто тот тоже начал какие-то свои правила, никак ты объяснил с общагой. Ну вот видишь, вы начали тянуть, давай. Вы начали бегать, прятаться. Мы не тянуть начали, мы сразу же связались с этим алкашом. Нам сейчас решать про вопрос его квартиры, это, ну, это не быстро, это нелегко. А уже не нужно. Уже не нужно, так мы это сразу уже пытались. Не прокатит. Уже Макс, не прокатит. Ну, он говорил, сейчас пока этот бомж ты бегал, уже да. Не прокатит.
А на меня на телефон-то могут тоже слушать. С телефонами тоже аккуратнее. Они могут не только слушать, они могут еще определить, где ты сейчас находишься. Трубы вместе с машинами скиньте и исчезните куда-нибудь. Ну, вот. Я вас найду. Как там обычный психопат, который просто шизофрении, мог устроить такие проблемы? Он же дебил, по сути. Я честно? Не понимаю. По большей части вы их сами себе создали. Че, Макс, реально, Макс? Вы снимались свои видосики, вы доигрались. Вы сами себе создали эти проблемы. Флешку тогда покажешь, там, если что, сам с нами как-то свяжешься. Я посмотрю, что там. Постараюсь показать нужным людям. Возможно, что-то прояснится, возможно, что-то. Как это будет выглядеть, я пока не готов, потому что я не знаю, что на ней. Ну хорошо, да, посмотришь. Да. Исчезните пока, совсем, чтобы вас не было нигде. Блин, ну мне домой хотя бы что-то там взять. Не вздумай, не вздумай, даже близко к дому не подходи. Во-первых, у тебя там посуда. Ваши фотокарточки почти у каждого ППС есть. Поняли. Ладно. Давайте, спасибо. Аккуратнее. Спасибо, давай. Номер мой забудьте, я вас найду. Давай. Ну, вообще что-то жопа. Я не думал. Я хочу ёбнуть. Кого, Олега? Да причём тут Олег? Охотника. А нам терять нечего, почему просто сейчас не захуярить или не заставить пытать его, не знаю, что он просто с повинной сам пошел. Просто будем по пальцу отрезать, пока он не пойдет и не признается. Ну да. Нам терять нечего. По он сути. Сказал пожизненно, сука. Пожизненно. Каким-то маньяком, там, серийным убийцам, хотя мы за все время реально птичку, блядь, не обидели. Ну да. Сука. Ладно, погнали. Что с тачкой делать? Я не знаю, может, я сейчас у кого. Но я сейчас у друзей буду брать машину, их могу подставить. Да, как с участником. Да, с участником. Вообще не вариант. Надо что-то придумать. Ладно, погнали. Ладно, погнали. Макс, тут светофор. Слышишь, о чем ты стал? Да, я не знаю. Но он не... у нас он пока не едет. Тут еще вроде проехать можно. Стремно. Ну там второй-то сидит, смотрит, он может и увидит. Стремно. Очень. Где? Он не смотрит на нас? Нет, он сюда не смотрит. И что, мы так будем каждый патруль избегать теперь? А что нам остается делать, Макс? Ты слышал сейчас? А, Олег все сказал. Все, да, отлично, выезд есть здесь. Ну в жопе, я не знаю, что делать. Меня безысходность, Кирилл. Потому что я понимаю, что это, знаешь, такая ситуация, когда тебе, типа, никто не поможет, и тебе просто укрываться. Дома в данный момент есть наличка. То есть карта у нас, скорее всего, сейчас заблокируют. У меня 1160, может быть, есть. Давай я наличку похавать сейчас... купим, да? Закупимся, просидим, я не знаю, недели две, допустим. И что, ничего не поменяется. Купим какую-нибудь шестерку там или девятку старую. Понял? Без документов. И попробуем свалить в соседний регион, допустим, вот в Ульяновской. Нам надо найти человека. Через кого это может? Через Елисея? Через Елисея, через этот гребаный Даркнет, хуйнет, чтобы документы сделать. А, левые. Ну, это единственный вариант. Но еще огромная проблема, что от меня, особенно тебя, знает каждая собака, просто внешне. Охренеть. Тихо. Они просто они, мимо идут? Да, мимо, походу, идут. То есть они видят то, что я снимаю, они смотрят на тачку. Да? Да. Они... Все, он отвернулся. Сзади тренировка, да, он не видит камеру. Но он посмотрел на машину, но пошел дальше. Потому что, ну, типа офицеры, это не рядовые. А почему это? Офицеры лично хотят нас, может, собрать за звездочки. Да. Просто... Зря. Ну, я так понял, те полицейские не по нашу душу были. Да? А что ж они так озирались по сторонам? Не знаю. Странно, что у дома никого нет. Херня? Типа, после выпуска запломбировали, я не знаю. Она одирается легко? Это легко одирается. Имею в виду то, что палево, что мы здесь были. Да насрать вообще. А, все. Я так делал. А что они там рыли-то? А типа это как и обыскивают, что ли? Обязательно все надо... Ну не прибираются они, да. Че, давай, собирай, что тебе надо. Так. Деньги. Макс. Ч
Что такое? У меня камеры забрали. В смысле камеры забрали? Все мои флешки камеры. Тут все разбросано, они все перерыли вообще. Что же у меня сейчас там дома происходит? А как они вскрыли вообще дверь? Они сломали замок? Я не знаю, но вскрыватель дверей наняли, может быть. То есть полиция это может сделать еще раз, щелкни свет. Ма. А с котом что делать? Кирилл? Да, ну, что за фигня? Что? Что случилось-то? Мне все данные удалили. С компа? Да. У тебя пароль не было, что ли? Нет. Ну, дай-ка. Типа, ты сам знаешь прекрасно, что у меня очень много... У меня даже рабочий стол другой был. Они по ходу сброс сделали какой-то общий. То есть, думаешь, они наоборот боятся, что у нас есть какие-то... Да. То есть, все... Сведения? Только у меня одна папка со Стима осталась, прикинь. Все видео, все документы, все мои ролики. Погоди, для чего им вообще твоя камера, твои флешки, вот это все? Ну, зачем? Ты можешь доказательства какие-то. Доказательства чего? Снималось все на мои камеры, это во-первых. Давай, бери деньги, давай сваливайся. Нам сейчас некогда, ты сам понимаешь, сейчас в любой момент могут нагрянуть. И у нас проблемы будут. Макс. А? Коробки. Они забрали деньги? Коробки нету с деньгами. Ну там было всего лишь на тоннеле 155. Они имеют право вообще так просто взять и деньги украсть? А может они не украли, может они изъяли. Охренеть, за что? Слушай, сейчас мне еще одну замочку. Три тысячи рублей? Ну, давай хоть... просто снимем с карты сейчас, а увидим кто-нибудь на окраину, в другой... Мы снимем с карты, Макс, да? И нас сразу прочекают. Прочекают. Мы снимем с карты и свалим в другое место. Скорее всего, у нас заблокированы уже все счета. Если мы в розыске, значит, у нас заблокированы. Ты сам прекрасно знаешь, вот люди, кто алименты не платят. Они не могут так просто взять и быстро заблокировать. В любом случае, на это время уйдет. К тому же, мне кажется, они специально не станут блокировать, чтобы, типа, узнать, где мы находимся. Слушай, пошли, давай сюда, быстро уходим. Я сейчас коту корм насыплю. Давай. Слушай, нам сейчас надо быть максимально экономными. Типа 53 тысячи без... 53, я тебе сказал 3 тысячи, они все забрали у меня. У меня платос на Киви еще есть, я сегодня вывел. Откуда? Ну, с Лакиджета. Ага. Чисто сегодня, то есть я уже 5 аккаунтов уже зарегал, и сегодня просто со всех 5 с утра зарубилось. Хоть там связь не особо хорошая на даче, но тем не менее. Поэтому ты... На 30 минут пораньше встал. Да. Ты за 30 минут это все сделал? А там, да, там по сути отработана уже схема, все элементарно. Вот, так что 53 тысячи, и в принципе я могу продолжать, но не знаю, там насчет Киви тоже, скорее всего, это время, сейчас мы обналичим и все, потому что номер, сам понимаешь, надо уже свой скрывать. Ребят, напоминаю, что я разработал собственную стратегию по заработку на онлайн-игре, на которую ты зарабатываешь реальные бабки. Вот здесь вот подсказка перед вами, нажимайте, переходите и зарабатывайте 10 тысяч в сутки без проблем. Если аккаунтов больше, то можешь заработать больше. Я вот заработал сегодня за утро полтос без каких-либо проблем. Поэтому переходите и начинайте зарабатывать, вместо того, чтобы постоянно интересоваться, откуда у меня бабки. Уже все уже, наверное, знают, как и где я зарабатываю. И давай-ка, у меня есть предложение, может, сейчас все-таки развернемся не на дачу поедем? А куда? Ну, я хочу с охотником все-таки разобраться, поквитаться. И вот единственное место, мне кажется подозрительным, то, что смотри, он тогда Вику привез на то место, где мы стреляли. Потом мы там нашли его. То, что вот когда за ним следили, да. То, что он снова туда приехал. Почему есть... туда тянет-то? Что там находится? Смотреть просто. Разъем. Да, ну просто странно, что он там постоянно делает. Может, есть там, может, так-то там хижина какая-то так-то есть. Так-то, по сути, можно, да. Но ты не мог чуть-чуть пораньше, хотя бы на 40 секунд сказать, мы стоим в пробке сейчас, а нам вообще в другую сторону. Здесь я сейчас не развернусь. Ну, тут полиции нет никакой в потоке, поэтому ничего страшного. Сейчас давай подождем, когда переезд откроется, и развернемся где-нибудь. Помнишь дорогу куда? Потому что... По-моему, смотри, вот туда. Туда, сюда, нет, видишь? По-моему, вот туда. Вроде куда-то так. Ну это можешь куда угодно вести. То есть потом, допустим, там тоже будет развилка. И вот куда она ведет, тоже непонятно. Ладно, сейчас будем. Макс. Стоп, а тачку его я уже вижу. Его? Я думаю, да, кто еще тут будет. Он просто был... на дороге стоит. Среди дороги. Что нам сейчас с ним делать? Я не знаю. Почему он именно сюда? Именно в то место, куда мы приехали впервые потестировать просто ружье, да? Да. И да, после да. этого он стал тут ошиваться. Странно. Слушай, а мог ли он тогда за нами как-то следить? А может, он здесь и был?
Ну а как так совпадает? Или может он чувствует, может нас ружье сюда тоже в этот раз привело? А ты не видишь, он в машине или нет? Не вижу. Давай съедь, да. Давай. Знаешь, как я сделаю сейчас? На всякий случай, чтобы как в прошлый раз не крутиться, я сразу в ту сторону машину поставлю. Если вдруг он неадекватный будет. Ну он сейчас там в трансе опять в тачке сидит, да? Скорее всего, пойдем. Он прям смотрит. Он, мне кажется, даже нас не знаю, зеркало не видно. Ну, поясните. Он реально в трансе. Да он не реагирует, он просто прямо смотрит. Может, у него в машине нож есть, может, его грухнем тогда здесь. У него в машине. И у меня. У него лежит. А если мы сейчас будем это все забирать, если он сейчас выйдет из транса? По-быстрому хватаешь нож сразу в него. Держи. Где пацан? Вон идет. А, давай, просто тихо, давай сделаем. Типа мы что-то с машиной смотрим, чтобы это подозрительно не было. Как будто кто-то пробежал. А? Как будто кто-то пробежал, показалось. Мы сейчас поможем, он с ружьем. Твою мать! Он его завалил? Кирилл, он его завалил! Быстрее сюда, быстрее! Ты его знаешь, нет? Тихо. Ну, быстрее! Быстрее! Я его крутил. Тихо! Пригнись! Беги в машину, там жирная машина справа! На дорогу справа она будет стоять! Он два патрона отстрелял, давай его ёбнем! А он перезарядится сейчас за минуту. Быстро. Блять. Какого хера? Он прям в нас стрельнул. Ты видел, он прицелился? Да. Сука, может нож взять? Садись. Может нож возьмем? Какого хера? Он орет нам. Быстрее, Кирилл, в тачку. Вообще его не знаю, что такое. Я его первый раз вижу. Давай, Кирилл, заводи машину, валим отсюда. Твою мать! Бери ружье! Он не заряжен! Да втащи его нахер! Он не перезарядился. Ну, потому что не перезарядился. У меня сейчас... Давай, гони нахер отсюда. Ебать, думал, сейчас твои мозги на меня просто разлетятся. Че ты? Че ты на меня снимаешь? Снимай, спроси у него, ты вообще что здесь делал? Ты что тут делаешь? Я от бабушки шел, вот из поселка. От бабушки того. Шел, волк встретил, да? Да. И твою мать! Сейчас бы дошел бы ты от бабушки. То есть он... Да забей, блогера мы снимаем. Но это не плановая съемка. Твою мать! То есть он тебя просто вот толкнул, да, и за тобой погнался? Да, вот я удивился сейчас, я подумал... наркоман какой-то. Ну вообще. Так и есть, по факту, у него крыша едет, да.
То есть он под чем-то как будто... Слушай, давай сейчас где-нибудь паренька скинем и, да, давай. И свалим уже отсюда. Макс, ты же в матрешку РП играешь? Ну, у тебя дом есть? Нет. А у тебя дом есть? Дом? Особняк. Мы собрали и купили дом. Так в что... бандой своей? Да. Особняк, чувак, не дом. Дом это ты можешь купить, может быть, когда-нибудь. Ну, я себе тоже. Вот, ну, слушайте, топовый же. Я тебе приду его разнесу. Конечно, разнесешь. Я в любом случае тоже куплю для своей банды. Ребят, вступайте в мою банду. Я вам уже говорил, на третьем сервере я играю так же, как и Кирилл. Туда залетайте, у нас будет дом покруче этого. Вот, обязательно. А для тех, кто не знает, что это за игра, я повторюсь, то что на матрешке вы играете просто в симулятор реальной жизни. Вы можете стать кем угодно, хоть дворником, хоть президентом, хоть бандосом, да хоть Моргенштерном. Можете стать и ездить просто по разным концертам и так далее. Скачивайте на андроида с Play Market, либо с их официального сайта, который будет указан также в описании и закреплен в комментарии. А также по моему промокоду Ващенко, который перед вами на экране, вы получите бонусом 50 тысяч рублей и еще Mercedes C-класса AMG-63. Это очень круто, с этого начинать вам будет гораздо-гораздо проще. То есть вы уже будете на крутой тачке, уже с деньгами в кармане. Парни, а вы вообще куда? В Арбек вы ездите? Да. Сейчас да. А куда тебе надо? Мне на заводской надо. Так, на заводской. Нам надо было туда тогда проехать. Да. Где именно-то? Мне до первого пешеходника остановить, я там через железнодорожный перейду, и мне там близко дома заставить. А, через гаражи ты имеешь в виду? Да. Ну ты все, отошел? От еще не совсем. Слушай, на всякий случай, если ты вдруг поедешь на него заявление писать и так далее, давай сделаем так, что мы с тобой не виделись. Да, мы просто сами, нам проблемы не нужны. Связываться мы не хотим, мы просто вообще случайно так же там оказались, мы его не знаем, но... Хорошо, да. Ну, договорились? Он пешеходник, да? А, вот этот, да? Да, здесь. А, ну да, здесь проход же вроде. Сейчас. Все, спасибо, парни. Да, не надо. Да, наверное, меня бы уже сейчас не было. Давай. Жестко, то есть вот он типа накормил, да, я хотел накормить свое ружье. Бля, в смысле, если бы не мы, он уже все равно бы от него смог бы убежать, я думаю, не думаю, что охотник до хрена бы за ним смог пробежать. Плюс он там в холостую стрелял, даже не прицеливаясь толком. Единственное, то, что мы на колесах, то, что раз-раз и все, и увезли его. А так не знаю, он может на тачке бы его преследовал. Че, едем на дачу? Ну да. Это к слову о том, ребят, где мы сейчас с Кириллом живем. Мы живем с ним на даче, заснимем? Благо погода позволяет. Покажем, чтобы они сейчас офигели. Покажем, но дорогу я показывать не буду, сам понимаешь почему. Ну да. Вот, потому что наши ролики также смотрят и сотрудники, ну, и все подряд. Слушай, на самих-то дачах можно включить. Самое обидное, все... то, что вот ты сам сказал, нас знает каждая собака в городе, и сотрудники тоже. И сотрудники видят, что у нас происходит. Можно просто с первой части, с первой серии с этим охотником, когда он только объявился, начать смотреть, и картинка сложится, что мы здесь вообще ни при чем. Но всем пофигу. Блин, я не хочу нагнетать. Вот Chevrolet Cruze 747, по-моему, там номер. Он едет за нами не с самого начала, но он присоединился к нам, и когда мы пацана высаживали, он также встал от нас неподалеку, и сейчас едет дальше. Сейчас, я думаю, стоит обращать внимание на каждую подозрительную машину. Я не вижу, кто там за рулем. Вот сейчас он начал чуть отставать. Но при этом он едет строго за нами. Давай попробуем какой-нибудь маршрут такой просто, вот идиотский вообще. И сейчас по маршруту мы поймем. Да, дачи ты имеешь в виду, идиотский? Да, прям вот. Давай попробуем. Короче, ребятки, смотрите, мы уже едем по трассе, выехали на трассу. А Chevrolet Cruze едет все еще за нами. При том, что мы ездили вообще снимал, да, парами, да. Мы круги как это зигзагами ехали. Да, он едет все время за нами, держит небольшую такую дистанцию, думает, что мы его не замечаем. У меня есть одно предположение. Помнишь, в какой-то день пацаны за нами следовали, когда мы на съемках были? Может, подписчики просто какие-то? Не знаю, Кирилл, сейчас такая ситуация, то что надо быть настороже. Нас ДПС не задержали, хотя по словам Олега получается. Ну, не видели нас, может, не знаю. Ну да, они там что-то с другими. Вряд ли Олег нам врать не станет, он, Олег сам был напуган, ты видел, он к нам даже старался не подходить. Ну, короче, а тут тачка тоже за нами все время следует, этот стремновато, если честно. Он за нами крадется. Угу. Я вижу. Что-то дорога хреновная, ну вообще без разницы. Я не помню, он там тонированный, что ли, сидит? Не, просто солнце в ту сторону падает, понял, да? Вообще, мне кажется, это уже не подписчики, Кирилл.
Но не будут подписчики настолько долго вот за нами что-то следовать, для чего? Давай здесь и остановимся, может, как раз. Опа. Макс, что делать? Не подписчики. Здравствуйте, а вы по какому поводу за нами? У нас проходит рейд. Рейд. Досмотр документов и автомобиль. А вы гаишник ГИБДД? Я не вижу, что вы... Старший быть... лейтенант Петров. А удостоверение ваше можно? Что-нибудь? Удостоверение. Удостоверение у меня в машине. Ага. Как-то странно это все. Да. Ну что вы хотите? Чё, как, зачем вам наше удостоверение личности и так далее? Мы уже все, мы приехали. Ваша машина проходит по приметам. Каким? И нам нужно ее досмотреть. А как, без понятых, без всех? Вы будете досматривать? Ну ты на камеру снимаешь, тогда снимай, пускай. Ну да. Пускай посмотрят. И это все, если все в порядке, мы можем быть свободны? Да, конечно. Давай. У меня ничего нету. Это телевизор. Это просто мусор, масло. Можете посмотреть в салоне там. Макс, помоги мне. Стой, за ним. Надо закрыть, чтобы не было. Давай, все. Отпускай. Точно все? Отпускай. Нормально. Да, это что такое у вас? Ты что, как Олег говорил. Еще скажите, это что ваша. Я вам подкину? Это не наше. Это ваше, понятых не было. Это не знаю, сейчас будут это понятые. Это так не работает. Нет, нет, это так не работает. Нет, это не наше, это ваше. Вы что, нас дурачков держите или что? Что вы хотите? Ну давайте разбираться просто. Это заказуха просто. Ты полегче. Стоять. Кирилл, в тачку. Запирай дверь. Дверь запирай. Гони. Слышь, он держит. Пошел он нахер, он там сейчас не проедет, давай на кочке. Ну это реально заказуха, ты же видел. А здесь круговое движение. Чего у него там, нет? Дальше, я не знаю, как дальше здесь. Знаю, должен быть какой-то проезд. Ты не гони особо, он сейчас все равно ничего нам не снизил. Осторожно, там камни, блядь, ты осторожнее ездишь, сейчас мы никуда не приедем, Кирилл. Не суетись, все нормально. Ничего не суетись. Все нормально. Кому он докажет, что он что-то достал, придурок? У него где-то что-то фиксировалось, у него ни камер, ничего. Нет, на грузной камере не да было. Да ничего у него не было. Ни понятых, ничего. Это, в принципе, нелегально, то, что он сделал. Я предлагаю то, что уже не между городом решать, а уже как-то это. На реке... Сука. Что делать? Я не знаю. Давай подъезжай, пусть отгоняет тачку. Давай я с другой стороны сейчас попробую проехать. С другой. Там тоже есть проезд. Твою мать. Ну что за хрень, а? Тут перекрыто, там перекрыто. Ну, у него сейчас там большие проблемы будут с дорогой. Да ты там чуть сам сейчас не разложился. Это да. Ну что, за нами поехала в итоге? А я не знаю. Ребят, в общем, сейчас мы пока с Кириллом просто покружимся где-нибудь по городу, точнее, за городом сейчас, да, по трассе, куда дорога ведет, туда мы будем ехать, потому что у нас просто небольшая паника, по крайней мере, у Кирилла. Сейчас надо подождать, как он чуть-чуть успокоится. Я вспотел. Потому что сейчас именно в нас говорят эмоции. Сейчас оклемаем, все будет нормально. На этом, короче, я съемку прекращаю, потому что снимать больше, в принципе, нечего. Я надеюсь, что хвоста сейчас нет, все хорошо. Надо сейчас просто успокоиться, найти какое-нибудь укромное местечко. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираем 50 тысяч лайков, я бы сказал продолжение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, что нам делать. Потому что Олег сказал, что нам уже никто не поможет, никакие там знакомые полицейские, ничего. Но я уверен, что есть какой-то способ, есть какой-то выход. Не может такого быть, что нет никаких вариантов пути решения этой проблемы. Короче, пишите в комментариях, все обязательно прочитаю. И сейчас поедем как раз, наверное, снимем эти 53 тысячи, да, которые были. Ну да. Заработаны. Но теперь тебе ты не сможешь 50 тысяч в месяц, в день зарабатывать с этих аккаунтов. Теперь 40 только. Получается, один аккаунт на тебя, остальные не на тебя. Да. То есть ты только с ракет будешь. Да, то есть, ребят, короче, я теперь снова начинаю чуть поменьше зарабатывать, потому что на одну сим-карту зарегистрирован аккаунт, я больше с этой симки, с этого аккаунта сидеть потому не... опасно. Да, сидеть могут. Больше не буду. То есть теперь с левых номеров, с левых устройств. Поэтому, ну, 40 ракет в день, это тоже, в принципе, нормально. Я напоминаю то, что вы тоже так же можете зарабатывать. Просто следуйте моей стратегии. У меня вот тут вот перед вами ролик. По нему переходите, там стратегии по заработку в интернете. Просто следуйте моей инструкции, там человечек просто поднимается в воздух, и надо забрать выигрыш, так он упадет. Сложного ничего абсолютно, просто мою инструкцию выполняйте,
и сможете зарабатывать десятку в сутки без проблем. Больше 10 не получится, но десятку без проблем. Если у вас, как у меня, несколько аккаунтов, то с каждого аккаунта по десятке. Все, желаю удачи, пробуйте зарабатывать бабки. Без денег сейчас, как видите, ни один вопрос не решается. На этом все, до новых встреч, пока.